Жень, сегодня уже третий рабочий день на сборах. Что можешь сказать о тренировках? Насколько тяжело дается работа и удалось ли тебе уже полностью втянуться в тренировочный процесс? На самом деле очень тяжело дается, потому что первые вот 5 дней на сборах самые тяжелые такие. Постоянно с утра бегаю, вечером тренировка еще. И поэтому пока очень тяжело дается. Не могу сказать, что я уже втянулся, но достаточно неплохо себя чувствую. А как вообще оцениваешь свое состояние после праздников? И занимался ли ты дополнительно в отпуске? Занимался, конечно, нам скинули программу. Оцениваю так удовлетворительно, потому что все равно бежится, я думаю, ну тяжело, конечно, но все равно терпимо достаточно. И все добегаю, поэтому нормально. В отпуске тренировался в Таиланде? Не, в Таиланде ни разу не тренировался, потому что это в первые 2 недели поехал. У нас первые 2 недели был отпуск, только когда прилетел, сразу начал тренироваться. Вы ездили отдыхать вместе с Карпукасом. Что понравилось, что больше всего запомнилось? В принципе, все понравилось. Первый раз там были, потому что единственное, что не понравилось, это мы первый раз поехали в отпуск, где только завтраки включены. Вот это так по-настоящему не отдохнешь, на самом деле. Так более активный отдых получается. Ну и не наешь зато лишним. Ну да, тоже верно. Приехал, чуть даже скинул. Вы не устаете друг от друга вообще? Вместе в отпуске, в Москве, на сборах тоже вместе, постоянно рядом? Ну после отпуска он поехал в Бийск себе, поэтому 2 недели где-то не виделись, так что нормально, не устаем. А ты Новый год дома с семьей встречал? Да, конечно. Как зимние праздники еще проводил? Да, вот тренировался, по сути, там, когда из Таиланда прилетел уже на честь тренировки, это уже не отпуск, а уже так. На улицу не выходил, да? Не, выходил, конечно, погулять, но все равно уже не так, как, условно, первые 2 недели. Вернемся к тренировкам. На первом сборе самые большие нагрузки и жара. Какое упражнение у тебя самое нелюбимое и что, наоборот, больше всего нравится? Самое нелюбимое – это просто утренняя тренировка. В принципе, похожее упражнение, просто меняется количество повторений, серий. Самое любимое – это вечерком футбол, когда начинается. Сборы долгие у нас будут, 1,5 месяца. Как планируешь отвлекаться и какой можешь дать совет, чтобы психологически легче было пережить эти 6 недель? Не знаю, я вечерком там сделаю процедурки, чуть PlayStation поиграю, отвлекаться планирую только выходные дни, когда буду чуть развеяться, ездить куда-нибудь. И как пережить это все? Наверное, думать позитивно, не ехать на тренировку и не думать, как сейчас будет тяжело, и тогда легче дастся.